Ну и теперь самое интересное. Ну и в результате получается у нас вот такой красавец. 905 грамм. Разнотяг моторов тоже работает. Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Настал тот момент, когда мы завершаем сборку нашего обновленного нырка. Сегодня наша задача доделать оставшиеся элементы, доделать оформление модели. Ну и, конечно же, собрать и пошуметь. Посмотрим, какая получается тяговооруженность, какой вес модели. Ну и как себя покажут моторы 2208. На предыдущей модели у нас стояли более крупные движки. Что касается оформления и одной консоли, я их сделал заранее, чтобы сейчас время не затягивать. Должен у нас получиться такой поплавок. Ну и второй борт тоже оформим соответствующим образом. Но перед тем, как приступим к оформлению модели, нам нужно склеить заготовку поплавка. И склеиваем бутерброд из 7 слоев. Внешние 3 слоя все одинаковые, ну а в центральном слое сделаны вырезы под крепление стойки. Так что центральный слой не путайте, ну а все остальные можно по порядку промазывать клеем и соединять. Клея много не надо, чуть-чуть нанесли на вторую деталь, отпечатали. Немножко так подвинуть можно, чтобы слой получился потоньше и поравномернее заодно. Здесь лучше использовать клей жидкий, быстрее будет сохнуть. Также не забываем, что промазывать нужно на деталь меньшего размера. У нас центральный слой с вырезами, то есть по площади он меньше, поэтому промазываем его. Разница вроде бы незначительная, но тем не менее. Вот эти участки проклеивать нам совсем не обязательно. Даем клею подсохнуть. Первый еще маленько можно подержать. Если нет необходимости полностью заполнять всю поверхность клеем, то, как видите, работа идет достаточно быстро. На поплавках здесь, даже если где-то небольшие пустоты окажутся, это не критично. Самое главное, чтобы просто детали друг от друга не отпадывали. По мере подсыхания клея слои складываем и аккуратно совмещаем. Пока сильно не прижали, можно еще откорректировать, если что-то пошло не так. Поэтому сразу сильно не прижимайте. Следующую пару также можно склеивать. Дальше объединяем эту пару слоев вместе. Точно так же не забывайте просушивать клей. Без просушки ждать придется очень долго. Ну, за это время проклеиваем вторую половину поплавка. Вторая половина поплавка тоже склеена. Осталось эти две детали соединить вместе. Кстати, получается весьма плотный и жесткий бутерброд. С тем же пеноплексом, например, не сравнить. На пеноплексе остаются вмятины. Чуть-чуть надавишь. Здесь такого уже не будет. Ну а вес, я бы не сказал, что намного больше. Ждем, пока подсыхает клей. Ну, а за это время оклеиваем стоечку. Сама основа фанерная. И поверх нее прикладываем две пенопластовые накладки. Но обратите внимание, что трапеция, это она не совсем симметрична. То есть, если вы возьмете накладку не той стороной, она у вас не будет сходиться ровно. Вот сейчас вот она правильно стоит. Без отклонений, без смещений. Если я ее переворачиваю и выравниваю, скажем, нижнюю кромку, верхняя, как видите, немножечко уходит. Так что не путайте правую и левую стороны.
Ну и накладки стараемся приклеивать лицевой стороной плитки наружу. Так эти элементы будут смотреться лучше. Ну и одновременно можно промазать вторую сторону, пока первая подсыхает. Поплавок тем временем можно собирать. Главное не промахнуться с приклейкой, чтобы все ровно было. Ну и в конце хорошенько все слои сжимаем. На стоечке первая сторона уже достаточно высохла. Можно накладку приклеивать. Да, в общем-то, и вторая на подходе. Фанеру растворитель впитывается достаточно быстро, и клей на деревянных деталях высыхает заметно быстрее, чем на пенопласте. Кромки слегка закругляем. Также подравниваем наждачкой торцы поплавка. Ну и пока эти детали отложим в сторону, пускай они маленько подсыхают, устанавливать их будем в последнюю очередь. Ну а сейчас возвращаемся к самой модели, точнее к крылу. И нам нужно поставить кабанчики и тяги элеронов. Подключаем к машинке сервотестер, либо приемник радиоуправления, чтобы качалка вышла в нейтральное положение. Кабанчик будем устанавливать на расстоянии 32 мм от кромки элерона. То есть вот в этом месте вот у нас прорезь. Немножко со смещением относительно качалки машинки, так как на кабанчике будем устанавливать фиксатор тяги, а он тоже имеет какую-то определенную длину. Сам фиксатор устанавливаем с внутренней стороны кабанчика, которая будет смотреть в сторону фюзеляжа. На шток фиксатора обязательно наносим фиксатор резьбы, ну, либо клей, если фиксатора нет. И закручиваем гаечку без затяжки, просто чуть-чуть наживили. Тянуть здесь нельзя. Кстати, у нас появились новые фиксаторы тяг. Как видите, они уже не под шестигранник, а под крестовую отвертку. В общем-то, это удобно. Отвертки есть у всех, в отличие от подходящих шестигранников. И закрутить такой фиксатор будет, думаю, что проще. И если вы желаете приобрести такие фиксаторы, в подсказках в правом углу экрана будет ссылка на наш интернет-магазин, где вы можете их найти. Ну, я сейчас по метке делаю прорезь насквозь элерона. Можно немножко ее даже расширить, чтобы легче было кабанчик устанавливать. Здесь удобнее всего термоклей использовать. Он, во-первых, приклеивается к скотчу. Ну, во-вторых, клеит достаточно быстро. Ставим кабанчик на место. По передней кромке, если клей выступил, излишки лучше убрать. Ну и с обратной стороны тоже наносим немножко клея вокруг штока. И ставим защелку. Далее из проволоки загибаем тягу. Проволока 0,8 мм. Вот у нас не пилотажка. И такой проволоки для элерона вполне хватит. Площадь руления такая уж большая. Отмеряем тягу до фиксатора резьбы с запасом около сантиметра. Устанавливаем тягу в отверстие фиксатора. Не забываем выставить элерон в нейтральное положение, удерживая кромки крыла и элерона, и подтягиваем винтик. Чуть-чуть поджали, то можно уже элерон отпускать и тянуть дальше. Все, привод элерона зафиксирован, но при необходимости всегда винтик можно ослабить и положение элерона подрегулировать.
Ну, а сейчас возвращаемся к фюзеляжу модели и доделываем оформление. Имитация дверей, иллюминаторов, лобового стекла, все это печатается на самоклеящейся бумаге. Поверх затянул скотчем, во-первых, для защиты от влаги, от воды, все-таки это у нас гидросамолет. Ну, во-вторых, чтобы можно было понадежнее зафиксировать эти элементы оформления. Начинаем с приклейки лобового стекла. Выравниваем по верхней кромке. Внутренний угол. Здесь углы более прямые, внешние углы более острые. Проходимся утюжком. Дальше вырезаем отдельно дверь вместе с иллюминаторами и подножкой. Ну и отдельно мордочку медведя Балу. Все-таки главный пилот должен присутствовать на этой модели. Эту деталь советую вырезать так по кругу с отступом 5-6 мм от кромки. Так. Прозрачного скотча видно не будет, но тем не менее вот сама эта окантовочка тоже необходима для герметизации. Что касается дверей и иллюминаторов, здесь так основательно обрезать смысла нет. Приклеиваем все, что есть. Если скотча много окажется, то ничего страшного в этом нет. Пусть лучше побольше будут нахлёсты. Дополнительно обеспечим лучшую герметизацию. Выравниваем всю эту конструкцию по верхней кромке двери. 5 мм от среза батарейного отсека. И от угла отступ сантиметр. Конечно, это не копия, здесь можно немножко экспериментировать, можно сместить чуть вперед, либо наоборот отодвинуть и сделать углы чуть пошире. Это кому как больше нравится. Здесь уже полностью ваша фантазия может работать. Хотя, конечно, прототип у модели есть, пускай и мультяшный, и более-менее этого прототипа стараемся придерживаться. Так, аккуратненько прогладили угол на лобовое стекло, пускай нахлёст будет, лишний раз закроется кромка, ну и края подворачиваю на батарейный отсек. По углу единственное, что нужно будет подрезать. Ну и остается приклеить главного пилота. На предыдущей модели мы эти наклейки поставили под иллюминаторы в этом месте, но тут их не видно. Закрывают все моторы, винты. А тут мишка будет смотреться более отчетливо. Вот так. Остается пройти утюжком. Прогревать не забывайте, при этом края скотча получше приварятся к поверхности и уже гарантированно под них не будет попадать вода. Нельзя забывать, что при печати на струйном принтере цветных всяких картинок, наклеек,
нельзя забывать, что краска водорастворимая, и если влага на нее будет попадать, то рано или поздно вся эта красота расплывется. Так что обязательно ламинируем скотчем, все закрываем и обеспечиваем надежную герметизацию. Теперь на самой модели нам остается установить крепление аккумулятора и навесить крышку. Крепление аккумулятора здесь достаточно простое, как и на тренерах. Просто небольшая фанерная рамка и ремешок. Батарею будем использовать 2200 мА. Все-таки у нас здесь два мотора. Поэтому ремешок подгоняем по такой батарее. Нужно убедиться, что ремешок будет гарантированно зажимать батарею и не даст ей перемещаться в полете. Сам ремешок к фанерной площадке можно прихватить в нужном положении. Вот так вот, видите, батарея хорошо зажата, держится крепко. И вот в таком положении ремешок можно зафиксировать. Пара капель циакрина по углам, этого будет достаточно. Нам не нужно, чтобы ремешок был проклеен намертво. Вполне достаточно того, что он просто не будет смещаться. Аккумулятор пока извлекаем и вклеиваем в держательное место. Промазываю термоклеем достаточно обильно. И сам ремешок тоже. Кстати, можно немножко подплавить эти волосы, так скажем. Пропитать их получше клеем для более надежного приклеивания. Держатель устанавливаем по центру батарейного отсека. Длина отсека практически точно соответствует аккумулятору. И большого запаса здесь нет. Поэтому ставим по центру и держим, пока не схватится клей. Вот так будет установлен у нас держатель батареи. Так как в перевернутом полете эта модель особо у нас летать не будет, в основном перегрузки будут положительные, то есть батарея будет прижимать эту площадку, такого крепления вполне достаточно. Если крутить серьезный пилотаж, особенно с отрицательными перегрузками, тогда, конечно, можно подумать и о более серьезном креплении аккумулятора. Но я не хочу перетяжелять нос, потому что центровка, мне кажется, получится несколько передней. Ну, посмотрим по ходу дела. Ну, сейчас нам нужно установить на место крышку. Первым делом на крышке нам нужно будет сделать магнитные фиксаторы. На саму крышку приклеиваем небольшие кусочки жести. Их нужно подровнять, чтобы площадь приклейки была побольше. И эти жестяночки будем приклеивать по углам крышки в задней ее части. Вот так, в этом месте. Если железки немножко широковаты, их можно сами подрезать. А можно сделать небольшой надрез по углу в этом месте. Только аккуратно, чтобы не отрезать лишнего. Ну и будем заводить жестянку в эту щель. Металлические детали лучше всего приклеивать на клей типа ухупор. Во-первых, он также универсальный, клеится в том числе и к скотчу, держит металл прекрасно. Но во-вторых, сохнет тоже достаточно быстро и обеспечивает надежное приклеивание. Наносим немножко клея на заготовку. Ну и ставим жестяночку на место. Сделанную прорезь ее так немножко заведу. Клею также нужно дать немножко посохнуть.
Ну, за это время аналогично подготавливаю вторую сторону. Тоже небольшой надрез для надежности. И приклеиваем вторую железочку. Излишки клея соберем и даем ему посохнуть. Чем хорош упор, его очень сложно пересушить. Он все равно остается липким, даже если основательно высох. И приклеить детали можно практически в любой момент. Так что пока клей подсыхает на жестянках, займемся установкой самих магнитов. Магнитики будут вклеиваться в кромку батарейного отсека, также с отступом от края крышки на те же 5 мм, как и жестянки, вот в таком положении. То есть просто я магнитик прижимаю к поверхности, получился такой вот небольшой отпечаток, и по нему вырезаю углубление. Аналогично для второго борта. Магнитики удобно вклеивать на термоклей, но тут самое главное их не перегреть. Термоклей лучше заполняет неровности, поэтому в основном использовать будем его для магнитиков. Идеально сделать ровную нишу сложно, но термоклей все выровняет. Так, магнитики поставили. И для надежности магниты и жестянки фиксируем кусочками скотча. Скотч можно взять прозрачный, ну а можно взять желтый. Здесь, конечно, фюзеляж у нас сделан был еще из зеленой плитки, на нем нахлесты более заметны. На белом пенопласте желтый скотч можно клеить в любое количество слоев, и нахлесты почти не видны. Немножко разглаживаем утюжком, там где это необходимо. Но сами магниты старайтесь сильно не греть. Не забывайте, что неодимовые магниты боятся перегрева. У некоторых экземпляров температура размагничивания чуть больше 80 градусов всего лишь. То есть в кипяток бросишь, и он потеряет свою силу. Поэтому с магнитами аккуратнее. Кто его знает, какой магнит пришел? И какой у него состав. Старайтесь их не перегревать. Ну, жестянки тем временем можно вклеивать. Клей основательно уже подсох. Просто прижимаем их к поверхности, и они держатся. Скотчем здесь тоже необходимо проклеить. Но больше не для того, чтобы закрыть саму жестянку, а для того, чтобы прикрыть клей. Он остается липким, как я уже говорил, и крышка просто может приклеиться потом у вас к фюзеляжу, и открыть ее толком не сумеете, по крайней мере без вмятин и прочего членовредительства. Жестянки можно греть сколько угодно, заодно же досушиваем клей. Ну вот сам фиксатор у нас сделан. Осталось поставить крышку на место и навесить ее на скотч в передней части. Так, крышку установили. Здесь лучше использовать прозрачный скотч. По крайней мере, если крышку ставите уже после оформления модели. Если лобовое стекло еще не приклеено, можно клеить на желтый. Вот эти углы, даже если загнутся, ничего страшного не будет. Ну, здесь же, чтобы не подрезать, просто подклеиваю прозрачный скотч. Его не видно. Изнутри крышку также проклеиваем скотчем,
Так. Такая двойная проклейка гораздо надежнее, чем только с одной стороны. И из этого же прозрачного скотча сделаем язычок, за который удобнее будет открывать крышку. Один край так вот внахлёст подгибаю. Образуется такой язычок шириной в сантиметр. Склеенный участок оставляю снаружи. Все остальное приклеиваю к заднему торцу крышки. Теперь, когда крышка закрыта, ее очень удобно открывать, ухватившись за этот язычок. Все нормально, работает. Ну и можно сказать, модель у нас готова. Осталось обтянуть скотчем второй поплавок и установить его на крыло. Оклеивать лучше начинать от задней кромки вперед. Передняя кромка здесь будет та, к которой ближе крепеж стойки. Как видите, нахлёста на белом пенопласте практически незаметно. Поэтому здесь можно особо не заморачиваться, как ложится скотч. Клеить как удобнее. Остался уголочек. Его заклеим просто отдельным кусочком скотча. Кромку лучше завернуть. Ну, а большие излишки обрезаем. Также убираю излишки по торцам. Ну, и прогреваем утюгом края. Также получше привариваем скотч к поверхности. Стоечка готова. Ну и остается заклеить поплавок. Поплавок затягиваем красным скотчем и края ленты подгибаем в обязательном порядке. Тоже нужно обеспечить хороший нахлёст, чтобы потом при движении по воде скотч не задирало. По низу на закруглении скотч нарезаю узкими полосками и подгибаю. Одна сторона почти оклеена. Аналогично проклеиваю вторую сторону. Точно так же оклейку начинаем сзади и двигаемся ближе к носу. И клеим сверху вниз, по возможности, конечно. Проклеивать стараемся плотно. Но все равно на кромочках, на скруглениях помогаем утюжком. Заодно же постараемся сразу ликвидировать пузыри воздуха, если они останутся. Вот так вот. От одного края проглаживаю и выгоняю воздух. Если где-то по центру остается, то прокалываем пузыри и воздух выпускаем. Эти нижние уголки лучше всего проклеить узкой полосой. Для этого отрезаю кусок скотча, наклеиваю до редана, вот так, участок. И половину прямо по месту отрезаем. На закруглении кромочку можно чуть-чуть подровнять. И проклеиваем, как и все остальное. Оставшуюся половину скотча приклеиваем на другую сторону. Тут все полностью аналогично. Ну и дальше оборачиваем низ поплавка и верхнюю его плоскость. Ширина ленты скотча тут заведомо больше, чем сам поплавок. Поэтому остаются нахлёсты, и их тоже будем использовать для дополнительной герметизации стыков. Вот я начинаю от редана
с этого угла и пойдем в круговую. Если поплавок склеен ровно, то скотч достаточно уверенно можно обтянуть, не разрезая, просто одной лентой. Однако углы подгибать не забывайте. Проклеиваем верхнюю кромку и затем доклеиваем низ. Оставляю небольшой нахлёст на редан. В этом месте скотч подворачиваем. И проклеиваем уголки. Ну а кромочки на скруглении можно проклеить при помощи утюжка. И при этом вполне возможно обойдемся и без разрезов. Многое, конечно, зависит от скотча. Хорошо он усаживается или нет. Но в нашем случае скотч не боб. И с ним работать мы уже приноровились. Усаживается он неплохо. Вот такой вот получается поплавок. Сейчас вырезаем ниши для установки стойки. Вот тут сквозь скотч видно на центральном слое, где у нас были вырезы. Скотч в этом месте убираем. Ну и вклеиваем саму стоечку. Не забываем, что передняя кромка та, к которой ближе фиксатор. Вот так вот должна стоять стойка в таком положении. Проклеивать будем на термоклей также. Основательно промазываю основание вместе с шипами и вклеиваем. Смотрим, чтобы стойка была вертикально относительно поплавка. Ну а выступившие излишки клея так вот распределяем и делаем дополнительно зализ вокруг стойки, который нужен не столько для аэродинамики, сколько усиливает крепление. Ну и теперь поплавок вместе со стойкой нужно закрепить на крыле. Берем линейку и находим местоположение лонжерона. Стойку будем устанавливать на уровне предпоследней нервюры. В этом месте у нас лонжерон находится в промежутке 50-55 мм. Вот в этом месте. Ну а до самой нервюры ровно 26 сантиметров от корня консоли. Вот получается у нас в этом месте метка. Ширина крепежа стойки 17 мм. Паз мы и будем здесь делать. Ну и в сторону законцовки будем делать вырез шириной 4 мм по толщине фанеры. Вот так, в этом месте. Как видите, вот она речка, лонжерон. Кочки клея вокруг немножко уберем. Ну и приклеиваем поплавок со стойкой. В нишу наношу немножко клея. И также основательно промазываю всю верхнюю часть стойки. Обязательно по периметру, сам крепеж, внутри в паз, чтобы клей попал. Вообще основное крепление, это вот как раз эта вилка, которая будет соединяться с лонжероном. Ну и устанавливаем на место. Здесь также смотрим, чтобы не было отклонений. Стойка должна быть вертикальна. Ну и кромка крыла и поплавок должны быть параллельно. Если есть отклонение, тоже отправляем, поворачиваем. Небольшие смещения здесь не критичны. Самое главное, чтобы визуально не бросалось в глаза, чтобы не было перекосов. Ну и, конечно же, проходимся вокруг стойки дополнительно клеем. Излишки, если выдавились наружу, тоже их разглаживаем. Самое главное, полностью закрываем шов.
вода внутрь попадать не должна. Ну и даем клею схватиться. При этом смотрим, чтобы поплавок куда-нибудь не ушел, не отклонился. Ну и теперь самое интересное, собираем модель в единое целое и смотрим, что же у нас в итоге получилось. Не забываем подключить разъем элерона и ставим консоль на место. Так, задвинули. Ну и сквозь вот эти вот лапки крепления приворачиваем саморезами консоль к центроплану и не даем ей соскочить. Закручиваю саморез. Он должен быть достаточно длинный, чтобы пройти насквозь планку крепежную и завернуться в фанерную площадку в самой консоли. Аналогично ставим вторую консоль. И также ее фиксируем саморезом. Ну и в результате получается у нас вот такой красавец. Согласитесь, интересно смотрится модель. Достаточно солидная. И уже это не коробочка, как было в предыдущей версии, а достаточно похожая на какой-либо реальный самолет. Вот при этом обратите внимание, как у нас располагаются поплавки. Низ поплавка находится на уровне ватерлинии, точнее, внешней кромки днища на фюзеляже. Сам киль чуть глубже, конечно, но не намного. То есть модель будет идти по воде на трех точках в практически вплоть до отрыва. И второй момент. Тоже в самом начале говорили, что маленько мы поднимаем балки, немножко увеличиваем высоту фюзеляжа. Сделано это для того, чтобы можно было устанавливать 8-дюймовые винты. Ну и, как видите, расстояние от кромки винта до поверхности достаточно большое. Даже на воде такие винты, волны уже цеплять, скорее всего, не будут. Ну, а расстояние до фюзеляжа здесь всегда было достаточно. Ну и теперь нам остается установить на место аккумулятор, подключить приемник, взвесить модель и проверить эго-вооруженность. Батарейный отсек довольно глубокий, поэтому может показаться, что подбираться к батарее не так удобно. Но, тем не менее, установить ее вполне реально, без особых проблем. Ну и начинаем подключать приемник. Элероны у нас первый канал. Второй руль высоты. А вот третий и четвертый это моторы. Причем по большому счету нам не важно, какой именно мотор куда подключать. Самое главное, чтобы обеспечить разнонаправленное вращение двигателей. Несмотря на то, что модель достаточно большая, ей достаточно всего 4 каналов. Сам приемник пока просто уберу в батарейный отсек. Перед полетами, конечно же, его нужно будет по-нормальному закрепить. Остается нам модель взвесить. 905 грамм. Модель получилась даже полегче, чем предыдущий экземпляр. Сейчас подключаем питание. Настройка от предыдущего нырка у нас подходит. Разнотяг моторов тоже работает. Ну и уже традиционно проверяем тяговооруженность. Сможет ли модель поднять свой вес. Напоминаю, что моторы у нас здесь стоят 2208. В противовес 2212 на предыдущей модели. Ну что, друзья, как видите, мотора 2208 вполне хватает для такой модели.
самолет не просто держит свой вес, но и вполне может идти вверх свечкой, не теряя скорости. Тяговооруженность больше единицы. Подобранная силовая установка оказалась более чем подходящей для этого самолета. Ну и за счет меньшего размера моторов, меньшего их веса, удалось немножко сэкономить на весе самого планера, самой модели. Ну и как результат, имея меньшие моторы, имея меньшее потребление, мы можем летать ничуть не хуже, чем на предыдущем варианте этой модели, и ничуть не теряя в скорости и маневренности. Но на этом официально заявляю, что проект обновленного НРК завершен, модель полностью собрана. Осталось сделать последний штрих, поднять модель в воздух, посмотреть, как летает обновленный НРОК, и уже официально объявить о выходе конструктора этой модели, что мы и увидим в скором времени. НРК мы по вашим многочисленным просьбам реализовали. Теперь есть вариант, в том числе и конструктора этой модели. Ждем ваших комментариев, ждем ваших отзывов об этой модели, ждем ваших видео с полетами этого самолета. Ну и, конечно, ждем ваших предложений, что еще такого же интересного нам собрать на канале, и, конечно же, поднять эту модель в воздух. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждем полета НРК и ждем выхода конструктора этой модели. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!